Результатом оценки эффективности работы руководства Бельской примарии муниципальный совет принял решение выдать премии мэру Бельск Ренату Усатому, а также трем его заместителям. Специализированная комиссия оценила качество работы, проделанной за 2016 год. Часть результатов на заседании муниципального совета представил вице-мэр Леонид Баби. Все деньги чиновники планируют отдать женщине, оказавшейся в тяжелом материальном положении. По словам вице-мэра Игоря Шеремета, к нему неоднократно обращалась мать двоих детей с просьбой оказать финансовую помощь для восстановления дома. В данный момент семью пришлось эвакуировать из-за опасности его обрушения. Однако выделить средства не удалось, так как примерно 10 лет назад правительство приостановило программу оказания материальной помощи для восстановления аварийных домов из бюджета. У нас есть неоднократные обращения в примарии по оказанию материальной помощи по восстановлению определенных аварийных домов. Кстати, вот унаследованные проблемы еще от предыдущей власти, которая годами ничего не предпринимала. По мере возможности мы из резервного фонда выделяем определенные суммы на восстановительные работы. Но у нас есть случай, который есть дом, да, он практически уже в аварийном состоянии, там мы их, как бы, людей уже выселили, потому что там идет речь о пожилой маме, которая имеет двух сынов, без мужа, конечно. Один из них инвалид детства. У нее просто нет финансовых средств, чтобы восстановить этот дом. Таким образом, мы изначально приняли решение, после принятия решения советом, чтобы все суммы, которые вице-примар и примар в свою очередь получит после принятия соответствующего решения, просто выдать эту сумму вот премиальных вот этой семье, чтобы начать соответствующие работы. Игорь Шеремет отметил, что после принятия муниципальным советом решения о выдаче премии некоторые СМИ преподнесли эту информацию так, как выгодно им. Чтобы получить эту премию, надо провести ее через сессию. Но самое удивительное то, что та же публика, она же присутствовала на заседании совета. Почему не спросила даже тех вице-примаров, которые присутствовали, да, на заседании совета, для чего и с какой целью вы, для чего вы используете те же премиальные? То есть для меня тоже это удивительно, потому и было намерено, чтобы искажение вот самого решения в средствах массовой информации. Вот что творится вокруг, они себе премии выписывают. То есть надо, как бы, правдивую информацию давать людям, чтобы они знали объективную информацию, а не искаженную. И несмотря на то, что, конечно же, это, я считаю, что денигрирующая информация, мы сейчас готовим предварительное заявление, чтобы они все это опровержение, чтобы они сделали законным образом. Потому что в конечном итоге вся эта сумма будет предназначена для предоставления вот этой семье, чтобы возможности финансовые, чтобы закупить соответствующие материалы, чтобы восстановить заново все это жилье.